Так, мы начинаем наш открытый урок. Кто хочет к нам присоединиться, приходите. Мы вот тут в центре. Да, здесь сейчас будет. Приходите к нам всем. Собираемся. Здесь. Здесь около колонны. Подходите ближе, чтобы мы вас видели. Вот, прекрасно. Отлично. Меня зовут Павел, это Оля. Мы сегодня проведем для вас открытый урок по танцу. Мы преподаватели танцевального клуба движения. Этот клуб как раз проводит вот эти вот регулярные вечеринки на открытом воздухе. Сегодня погода прям приятная, не жарко и не холодно, нет дождя. Вот поэтому мы можем прекрасно потанцевать. Танец на самом деле очень простой, он придуман специально для взрослых, и ему можно научиться буквально как. Абсолютно независимо от возраста, от школы и так далее. Вот. Также приятно, что танцуете под любую музыку. Я думаю, вы это оценили уже, что играем абсолютно разнообразно, медленно, и будет быстрая музыка. Вот, под что угодно можно танцевать, даже под вальс, если танцует вас. Начнем мы с вами с того, чтобы послушаем музыкальный счет и ритм танца. Давайте попробуем каждый удар музыки похлопать. Отлично, супер, стоп. Еще один аспект нашего танца. В нашем танце идет мужчина, партнер. Поэтому партнерам гораздо важнее даже слышать музыку, чем партнерша. Давайте теперь только партнеры, только мужчины. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Превосходно, отлично. Теперь давайте партнеры станут за мной вот здесь, спиной к реке, а партнерши за Олей лицом, соответственно, на сзади. Неплохо, неплохо. Надеюсь, к нам партнерши еще подснят, у нас будет прям бурно, очень идеально. Основной шаг хаса состоит из четырех шагов. Он довольно простой. Партнеры танцуют с левой ноги, партнерши с правой. Первый шаг у нас идет вперед. Раз. Второй шаг назад. Два. Третий шаг назад с левой партнершей, с правой. Три. Четыре. Вперед. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Замечательно. Попробуем под музыку. 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Каждый счет. Теперь, пока мы не встаем в пары, попробуем еще одно действие сделать, его тоже в разнобой проще сделать. Основной шаг с поворотом. Партнеры будут вращаться через левое плечо. Партнерши, соответственно, через правое плечо будут вращаться. Хорошо? Первый шаг мы делаем такой же, как в основном шаге. Раз. Теперь партнеры через левое плечо, партнерши через правое. Поворачиваемся на 90 градусов и делаем шаг назад. Два. Партнеры сейчас должны стоять на правой ноге, партнеры, соответственно, на левой. После этого дотанцовываем, основные такие, лишь два шага, как в основном шаге. Партнеры с левой ноги назад, партнеры с правой ноги. Три, четыре. И еще разок. Раз. Поворот через левое, партнеры через правое, партнеры. Два. Три. Четыре. Хорошо, а давайте теперь чередовать. Основное движение с поворотом. Основное движение с поворотом. Раз, два, три, четыре. Поворотом, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поворотом, два, три, четыре. Основное, два, три, четыре. Поворотом, два, три, четыре. Основное, три, четыре. С
поворотом 3-4. Получается? Большинство получается. Давайте пробовать под музыку. Главное шагать постоянно. 5, 6, 7, основное. 1, 2, 3, 4, поворот, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, основное, поворот, основное. Отлично. Самое главное запомнить, что партнер идет с левой ноги, партнерша с правой. Теперь партнеры, кавалеры приглашают, да? А теперь образовавшиеся пары, встаньте, пожалуйста, по кругу вокруг меня. Чуть-чуть пошире, чтобы я всех видел. Еще чуть-чуть пошире. Назовите ровный круг. Так, что у нас с парами? Ага. Так, тех, кому не хватило партнера, не переживайте, мы сейчас будем меняться по кругу. И всем достанется потанцевать. Хорошо. Да, мы сейчас еще много раз сделаем основной шаг. А, Олечка, давай продолжим. Сейчас мы еще много раз сделаем основной шаг. А, партнеры.